Добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо Александру. Продолжаем бизнес-канал «Время сухого остатка». Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня посмотрим на то, что происходит все же на финансовых рынках. Мы в этом году реже о них вспоминаем, но вспоминать надо периодически, потому что в конечном итоге это касается каждого из нас. Итак, тема сегодняшнего эфира – российский фондовый рынок. Что может помочь быкам? В студии сегодня я представляю своих гостей. Сергей Кавжаров, управляющий активами финансовой компании Афорекс. Сергей, добрый день. Добрый день. И в студии Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. Добрый день, Александр. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Телефон студии 65-10-99-6, код города 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными мыслями. И, наверное, начать нужно с того, что сейчас происходит в валютной секции Московской биржи. Да, еще агрессивное укрепление рубля. Агрессивное, по-другому не скажешь. Значит, я смотрю сейчас котировки на споте. Пара доллар-рубль 34.70 против вчерашних максимумов в районе 35.50. То есть практически рубль сегодня, да, теряет пара или отыгрывает рубль у доллара. Смотрим на евро. На евро-рубль и видим такую же примерно картину, агрессивную я имею в виду, ниже 47-й фигуры уже. 46.90 стоит 1 евро в рублях против вчерашних 48.20. О, так я сделаю паузу, чтобы можно было представить себе эту картинку. В общем, хорошо ли это или плохо, мы сейчас, может быть, даже и обсудим, поговорим, начнем с этого. Но как бы очевидно именно то, что высокая волатильность, да, она создает дополнительные всегда проблемы психологические, эмоциональные, и это не есть хорошо. И адресуя все-таки мой первый посыл нашим радиослушателям, именно поэтому не надо никогда делать резких движений. Да? Потому что вот он падает, давайте его покупать, а вот он раз и начинает уже расти, и что делать теперь, продавать его? Ну да ладно. Итак, Сереж, тебе первый вопрос. Собственно, давай оцени, пожалуйста, да, или обсудим давай ситуацию с отечественной валютой. Да, честно сказать, что такое агрессивное укрепление рубля стало в какой-то мере неожиданностью для меня, потому что мы не видим никаких существенных движений на рынке нефти, мы не видим каких-то движений на других сырьевых площадках. Нет, опять же, никаких заявлений со стороны регулятора. Вот. Так что я думаю, что мы идем здесь просто в общем русле вместе с другими развивающимися рынками, потому что аналогичная динамика наблюдается и на других площадках, которые послужили катализатором вот этой напряженности. Uh-huh. Я имею в виду Турцию, в какой-то мере Аргентину, в большей мере Южную Африку, где тоже сегодня мы видим очень сильное укрепление национальной валюты. И мы видим укрепление корейской валюты. Uh-huh. И вот, например, кажется, Deutsche Bank сегодня заявил о том, что свою ставку против корейского вона он отменяет. Uh-huh. Ну, то есть закрывает короткие позиции. Uh-huh. По этой валюте. В целом, надо сказать, что среди аналитиков, на мой взгляд, начало витать такое мнение о том, что кризис уже как бы overdone. Мировой? Ну, на развивающихся площадках, да, что инвесторы со своим оттоком капитала зашли несколько далеко, и пора бы уже стабилизироваться, и, скорее всего, напряженность будет спадать, поскольку фундаментальных причин для повторения, скажем, 97-го года, 98-го года сейчас не наблюдается. Понятно, понятно. Саш, твое мнение? Кто, ну, мое мнение, что, как коллега сказал, действительно есть мировая тенденция. Плюс, конечно, я считаю, что начинает уже сказываться фактор Олимпиады. Ну и плюс спекулянт фиксирует прибыль. Но на самом деле вот все эти колебания, вся эта истерика по поводу рубля, это... Ну, по поводу девальвации, да? Да, вот такое же слово. Какая-то девальвация. Ну, да. Девальвация была в Беларуси в 2011 году, у нас в 98. На всякий случай, там он, да, обесценился, этот белорусский рубль, да. Да, и у нас там с 6 до 20 с хвостом, вот потом до 14-15. Да. Это шум рынка. У нас все нулевые годы при сохранении инфляции, тогда еще даже двузначной, да, рубль в номинальном выражении укреплялся.
держатели валютных депозитов, экспортеры, там те же нефтяники просто стонали. Но людям нравилось там импорт, да, да, можно было покупать. Дешевле. Они считали, что будет всегда. Хотя кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Я считаю, что надо избавляться от колониального мышления. Мне вот все равно, сколько стоит доллар вообще. Почему? Потому что я зарабатываю в России, я трачу в России. Нет, я понимаю, если он, ну, скажем так, слабеет, то это разгоняет инфляцию. Но 1% ослабления рубля дает 1,2% к инфляции. Угу. И для меня, например, это означает то, что не будут снижаться процентные ставки. Саш, извини, пожалуйста, к тебе непосредственно, как гражданин Российской Федерации, я с тобой согласен. Я получаю в рублях зарплату, трачу в рублях. Ну, понятно, что там ценники могут измениться на импортные товары. А я собрался там куда-то за границу поехать. Но это все-таки небольшой процент ваших расходов. Если вы постоянно живете там, то да. Но опять-таки, даже если постоянно, это в процентном отношении не те свечки, которые мы видели там даже в 2008 году. Единственное, все-таки учитывая, что мы emerging market, я никому не советую брать валютные кредиты. Это правда. И опять-таки, я все-таки привык смотреть на колебания на фондовом рынке. Но эти там 5-10%, ну реально меньше 6 было, да, но на фондовом рынке это вообще обычная ситуация. Поэтому я считаю, что надо спокойно реагировать. Я понял. Спасибо огромное. Ну и давайте вернемся, собственно, и к фондовому рынку в том числе, к отечественному рынку, который снижался весь начавшийся год и как-то очень печально выглядел. Я с болью в сердце, честно говорю, читаю комментарии наших коллег, аналитиков, которые вот в надежде, что вот он подрастет. У него еще есть возможность подрасти. Газпром. Ну, отдельные идеи. Я так в целом сейчас на индекс смотрю. Вот у нас есть надежда подрасти. Вот, ну, еще осталась небольшая надежда. Ну, вот, может быть, мы все-таки подрастем. И вот мы сегодня видим на фоне укрепление рубля, естественно, да, ну, как минимум, индекс РТС, да, прибавляет сегодня достаточно агрессивно. Так вот, с этой точки зрения, все-таки это опять, Сереж, тебе вопрос, это опять сиюминутные ситуации, связанные с какими-то вот изменениями валютных курсов, или есть все-таки надежда, что российский рынок... Кстати, опять я, да, твою же фразу хочу повторить, что у иностранного инвестора, да, должно измениться все-таки настроение в отношении развивающихся рынков, да, слишком уж они утекли с них, и это, наверное, не очень оправдано. Да, ну я в этой связи я, наверное, больше оптимист, потому что я считаю, что действительно надежды у российских быков они есть. Может быть, на первом месте здесь стоит именно проведение Олимпиады. Я очень надеюсь, что она пройдет успешно. Я надеюсь, что по ее итогам Россия сумеет улучшить свой имидж и инвестиционную привлекательность свою. Вот. А второй такой уже, может быть, менее значимый фактор, это, я надеюсь, что глобальные инвесторы все-таки заметят крайнюю дешевизну российских акций, потому что, ну, сколько можно уже игнорировать все эти количественные показатели, и уже даже сейчас начинаются такие разговоры о том, а не пора ли начать подбирать, так называемая фраза bottom fishing, то есть покупка акций по резко подешевевшим ценам. Вот, такие разговоры начинаются, ну, кто-то поддерживает эту идею, кто-то нет. Ну вот я вижу вот такие два фактора. То есть, с одной стороны Олимпиада, с другой стороны все-таки некое прозрение глобальных инвесторов. Понятно, что им психологически будет трудно вернуться на российский рынок спустя всего лишь пару недель после того, как они ушли. Ну, но многие ушли еще в прошлом году, поэтому да, им проще, ну, наверное, будет. Я надеюсь, что там, допустим, 4-5 недель, это уже достаточно для того, чтобы пересмотреть свои финансовые планы и выделить какой-то allocation, какие-то капиталы на Россию. Спасибо, Сереж. Саш, твое мнение чуть позже, у нас есть звонок, давай начнем с него. Дмитрий, вы в эфире, добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, здрасте, я хочу вопрос задать вашим экспертам. Вот, значит, сейчас у нас начинается Олимпиада через 2 дня. Что будет с рынком? Потом, когда закончится Олимпиада, что будет? И далее, апрель, май, вот эти месяцы, и еще, значит, такой сектор, как телекомы, будет ли в этом секторе в 2014 году какая-то жизнь, и какой сектор будет наилучшим, например, там, электроэнергетика, металлургия, вот там происходит сейчас какое-то оживление, и что будет?
Что будет? Спасибо. Спасибо, Дима. Ну, такой извечный вопрос, да, человечество всегда... Человек всегда хочет знать, что будет, но я, не всегда это полезно. Все-таки мы не астрологи. Да-да-да, гадать не будем. Мы говорим просто реальную экономику. Я полностью согласен с коллегой. Я бы добавил только еще один бычий фактор. Скоро отсечки и дивиденды. Угу. При этом там же немножечко поменялось с этого года дивиденды. Они быстрее будут приходить. С моей точки зрения, ну, Олимпиада, мы ее, мягко сказать, не отыграли. Все-таки в целом по рынку это, конечно, бычий фактор. Угу. Что касается фундаментальной оценки, да, при нынешних ценах на нефть российский рынок акций в целом недооценен в два раза. То есть дисконт 50%. Если мы посмотрим на дисконт по мультипликаторам к основным emerging markets, там пример то же самое получается. Но я все-таки сторонник покупать не рынок в целом, а идеи. Вот даже прошлый год был дохлый, а там вот Аэрофлот, например, как в конце года рос. Соответственно, вот отвечая на вопрос слушателя, телекомы. Ну, телеком, у нас не так много бумаг, МТС, это дивиденды, вы по-любому будете их получать раз в полгода, очень хорошие. Мне бумага нравится больше, чем Мегафон, по ряду причин. Если мы посмотрим на другие идеи, Сбер, мы имеем зачистку финансовой системы, соответственно, концентрация капитала, Сбер от этого выигрывает, ну и плюс его оценка. Это Роснефть, опять-таки, это дивиденды, я думаю, что коэффициент 25%. А от консолидированной прибыли останется. Ну и все-таки политика ресурсного национализма. Я по-прежнему очень хорошо смотрю на Аэрофлот, потому что концентрация, опять-таки, и фундаментальная недооценка, хотя она уже меньше, чем была раньше. Я очень хорошо смотрю на Сургутпреф. Единственное, к сожалению, вот я коллег иногда читаю, у них, ну, может быть, детская ошибка. Рубль упал, высокие дивиденды по префонду Сургута. Да, да, да. Рубль уже упал в этом году. Соответственно, финансовая отчетность за 2014 год, дивиденды летом 2015 года. Ну, это, конечно, очень хорошо, но это не скоро будет. Если мы посмотрим на другие сектора, если вы хотите рисковать, то есть то, что может в разы подорожать, покупайте майнинг. Покупайте электроэнергетику. Вот, да, Дмитрий как раз об этом говорил. Я не такой специалист вот, по секторам, то есть я думаю, что отраслевой аналитик скажет лучше. Давайте, что бы вы купили, я бы купил Росгидро, я бы купил, соответственно, Северсталь. Если мы играем в правительство в дивиденды, что правительство заставит всех платить, ну, там еще Россети рисуются. Если вы хотите совсем рисковать, я верю в Транснефть. Я верю, что заставят платить дивиденды с консолидированной прибыли, но уже Транснефть сказала, что нам как бы правительство не указ. Поэтому мы видим, что сильнее монополия или правительство. Я понял. Спасибо, Саш. Сереж, в части ответа на вопросы. Добавишь что-нибудь, да? Ну да, я могу добавить про МТС. Вот здесь, на мой взгляд, ситуация не совсем однозначная. Буквально там вчера или сегодня, даже утром, было объявлено, что она повысит дивиденды до 90 миллиардов рублей по итогам года. Вот. Как правило, компания идет на высокие дивиденды и именно в тот момент, когда у нее уже иссякают возможности для инвестирования. Вот. Возможно, если смотреть с точки зрения клиентской базы, подключения новых подписчиков, абонентов, то, наверное, МТС уже достигла как бы точки насыщения, и здесь развития какого-то существенного не видно. А вот с точки зрения получения постоянного дивидендного потока, это может быть хорошо. Все, я понял, спасибо. Ну, и, кстати, я все-таки уточнить еще, да, взаимосвязь через два дня начинающейся Олимпиады, ключевого события в этом году, по крайней мере. Это, конечно, бычий фактор, если все будет нормально, то есть если не будет терактов, чем пугают. И второй кошмарик – это какое-то суперобострение на Украине. Если этого не будет, имеется в виду на Украине конфронтация Россия с Западом, как во время августа 2008 года. Но это к Олимпиаде все-таки, наверное, не очень относится, ну, да? Тогда была Олимпиада, понятно, была война. Вот медведи, они любят такие страшилки. Да, 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 да. Вот, соответственно, что-то такое мы периодически слышим, хотя, мне кажется, украинские риски сильно переоценены. Ни Евросоюзу, ни России не нужны какие-то уж очень неприятные ситуации на Украине, и в том числе и суверенный дефолт. Поэтому я думаю, что все-таки пока все это останется вот в нынешнем таком вялотекущем варианте.
Хорошо. Значит, если не возражаете, теперь посмотрим на ситуацию с более глобальной точки зрения. Ну, опять, может быть, не прогнозируя то, что может произойти в ближайшей или среднесрочной перспективе, но, тем не менее, порассуждаем о том, как мировая экономика все-таки восстанавливается, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, приход нового главы Федрезерва, сокращение программы количественного смягчения, да, в прежних заявленных Бернанке в прошлом году пределах 10 миллиардов ежемесячно. Сегодня, на этой неделе, кстати, да, статистика по рынку труда, которая предыдущая в январе за декабрь, достаточно неоднозначна, так как напрягла всех. Вот, вот с этой точки зрения. Ну и дальше пойдем, собственно, по миру, по планете, посмотрим на Китай, на Европу и так далее. Сереж, давай, Федрезерва. Да, эта неделя очень насыщенная. Завтра, по-моему, ЕЦБ и Банк Англии, да, еще поставки да, собираются. Да, вот, очень насыщенно, да и сегодня там композитные индексы PMI и по еврозоне, и на что я бы с интересом посмотрел ISM в сфере услуг в США. Угу. Как мы знаем, вот несколько дней назад ISM в промышленности разочаровал. Это вызвало серьезный обвал на фондовых площадках. S&P потерял больше 2% за одну сессию. Вот, поэтому этот показатель очень интересен, может быть, сегодня, поскольку мы знаем, что сектор услуг приносит примерно 2/3 доходов федералов в США. Далее отчетность от института ADP по занятости. Там они в декабре очень сильно промахнулись по сравнению с официальным отчетом Министерства труда, но... В этом, ну, тем не менее, к этой цифре все равно внимание аналитиков, инвесторов приковано. Завтра заседание ЕЦБ, где тоже очень много спекуляций. Вот, ряд банков европейских ожидают, что Европейский центральный банк предпримет какие-то смягчающие шаги в политике, может быть, не по снижению процентной ставки, но, может быть, по смягчению тона, по выделению каких-то кредитных траншей банковской системе. Вот Deutsche Bank, например, очень агрессивно смотрит на это. Считает, что какие-то меры будут приняты уже завтра. Вот. И, конечно же, пятничный отчет по payrolls'ам. Интересно понять, резкое сокращение занятости в декабре было вызвано природными аномалиями или все-таки мы получаем какие-то негативные данные из экономики США. В отношении России трудно вообще даже предположить мне, как будут развиваться события, и в том числе других развивающихся рынков. Потому что, с одной стороны, если Джанет Йеллен пойдет на паузу в марте, не станет сокращать еще на 10 миллиардов QE3, с одной стороны, это хорошо, это увеличит ликвидность в системе. Но, с другой стороны, мы увидим замедление, какие-то негативные процессы в экономике США. А учитывая, что мы уже увидели негативные процессы в экономике Китая, мы получаем негативные процессы в двух самых крупных экономиках мира. Как правило, emerging market на такие новости реагирует плохо. Так что вот я тут не вижу каких-то сильных драйверов для России. И в случае продолжения QE3 российский рынок может оставаться под давлением. И в случае там паузы от Джанет Йеллен, которая считается мягким регулятором. Тоже там слишком оптимистичного сценария не стоит ждать. Я понял. Спасибо. Спасибо. Саш, твой взгляд на политику? Ну, мой взгляд, он похож. Я считаю, что вне зависимости, будет пауза или нет, QE будет сокращаться. И следующий этап, который с высокой вероятностью будет, потому что макроэкономическая динамика американская будет в целом позитивно, но это уже, понятно, не 2014 год. Возможно, все-таки будет даже повышение ставки. Уже где-то к 15-му, к 16-му? Да. Соответственно, дальше что мы имеем? Удорожание доллара и, соответственно, удешевление евро поможет еврозоне и, прежде всего, Германии как основному экспортеру. И, соответственно, кстати, оживление в Европе приведет к тому, что и российская экономика, мы по-прежнему с Европой очень сильно интегрированы, хотя если мы посмотрим на динамику наших сырьевых потоков, у нас добыча стагнирует, и все больше нефти идет в Азию. Это и более перспективно, ну и плюс все-таки в Европу идет Urals,
менее качественная нефть, она, соответственно, дешевле, чем та нефть, которая поставляется в Азию. То есть можно говорить, что сокращение, да, замедление, сокращение, точнее, там, программа количественных смягчений, ну и в дальнейшем изменение монетарной политики, ужесточение. Это я конечно, в долгую, да, бык по доллару, да, против всех основных валют. Соответственно, это приведет к тому, что экономика Европы, скажем так, начнет чувствовать себя намного лучше, чем она чувствует сейчас, и тем более лучше, чем было относительно недавно. Ну и соответственно, для России это позитивно все-таки, да? Да, опять потому что называется. Спрос, конечно, потому что переориентация на азиатские рынки, о чем много говорят, но пока, кроме наверное, компании Роснефть, мало что делается, это все-таки очень долгосрочный процесс. Ну, а возвращаясь к интересам инвесторов, иностранных инвесторов, в том прежде всего, можно ли здесь какие-то, так сказать, причинно-следственные связи обнаружить? Сокращение QE вызывает необходимость инвестора искать возможности заработать на развивающихся рынках или наоборот продолжение QE? Да нет, я думаю, что сворачивание QE будет все-таки негативно для развивающихся рынков. Другое дело, что мы все-таки аномально дешево раз. И плюс все-таки, я не знаю, как это можно перебить, но... Возможно, можно. У России все-таки пиар плохой, да? На уровне государства пиар. Ну да, да. Очень забавные бывают даже страшилки про нас. Последнее, что мне друзья прислали из одной американской газеты, дословно, чтобы обеспечить зимнюю Олимпиаду в Сочи, которая находится в тропиках, Путин. Снег, да. Ну, что это такое? Нет, там было смешнее даже, что он... Я тоже читал где-то в интернете, что он вчерашний снег где-то там... Прошлогодний снег. Да, и он его там, так сказать, да, складирует. А с другой стороны, откуда он туда его привез, если там тропики? Из Сибири. Из Сибири в прошлом году. Да. А зачем было в прошлом году? Можно же в этом было привезти. Ну, это на уровне маразма, это понятно, конечно. Но, тем не менее, я с тобой согласен. Да, страшилки работают, на самом деле. Да, пиар как... Да, на любом уровне должен. Я читал статью, что, как сказать, секретные агенты русского спецназа работают на Майдане, так они подбираются к защитникам демократии и там похищают их, причем действуют мелкими группами, чтобы их, так сказать, там, в общем, не спалили. Но это работает, к сожалению. Да, к сожалению, совершенно верно. К сожалению, это работает. Так, хорошо, у нас осталось еще 3 минутки до рекламной паузы. Давайте так, я напомню для наших слушателей, прежде всего, чем мы сегодня занимаемся. Сегодня в сухом остатке мы... Как много раз уже в прошлом обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках и говорим о том, что может помочь для росту российских бумаг. У меня в гостях Сергей Кавжаров, управляющий активами финансовой компании «Афорекс», и Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Аль-Пари». И для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 65 10 99 6, код города 495 и сайт компании finam.fm. Вы можете, как всегда, к нам присоединиться, позвонив или написав. Ситуацию на российском валютном рынке, да, мы уже обсудили. А если все-таки в долгую, вот как Саша, сейчас, Сережа, да, как Саша озвучил, в долгую, говоря о валюте, ну, о мировой резерве, например, ты как на нее смотришь? Все-таки она в долгую будет укрепляться? Я про доллар сейчас, да? Доллар? Ну, сейчас, в общем-то, прогнозы экспертов, аналитиков чуть ли не единогласны, что 2014 год пройдет под как бы эгидой укрепления доллара, что доллар просто обязан там вырасти в этом году. Есть, конечно, некоторые инвестбанки, которые предупреждают, что это не есть улица с однородным движением, да, что не все так предопределено. Причем это уважаемые банки говорят об этом. И мы видим, что по итогам января доллар не стал самой сильной валютой. Самой сильной валютой стала японская иена. Так что я бы вот здесь тоже не был столь однозначным. Мы видим сейчас очень хорошую ситуацию в Германии, опять же, судя по индексам PMI. Это действительно локомотив еврозоны, и он остается таким. Вот. И многие аналитики, многие инвесторы отмечают, что евро в последние годы стало очень неудобной валютой для коротких позиций. Я так понимаю, что очень часто выносят просто медведей на стопы. Ну, то есть люди, которые основывают свои короткие позиции вот на ожидании укрепления доллара, да, получают... Да, смотрят, может быть, с фундаменталей, но кроме фундаменталей, может быть, надо и на технику смотреть, может быть, как бы оценивать. Если все смотрят плохо на курс евро-доллара, то, как правило, рынок идет в другую сторону. Да. Да, то есть я бы здесь не был однозначным, вот, в своем мнении. И все-таки
Должно пройти очень много времени, на мой взгляд, пока ФРС сумеет провести стерилизацию той денежной массы. Ну, очень много, это сколько? Если при нынешних темпах, то до конца этого года все и... Нет, он до конца года он просто перестанет печатать. А ту, которую напечатал, еще же ее надо как-то стерилизовать. Ну, процессы идут позитивные, да, там American Insurance Group потихонечку рассчиталась, Fannie Mae и Freddie Mac там, да, потихонечку рассчитываются. Но денег было очень много все-таки вброшено в систему, и это может занять и 2, и 3 года стерилизация всех этих средств. Понятно. Несмотря на, и еще плюс добавляется постоянный рост госдолга США. Ну, кстати, тоже хорошая тема, сейчас мы ее с вами обсудим, но время рекламы. Да, небольшая пауза. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. У меня в гостях Сергей Кавжаров, управляющий активами финансовой компании «Афорекс», и Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари». Напоминаю, телефон студии 65 10 99 6, код города 495, сайт компании finam.fm. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте вопросы и комментируйте ситуацию. Делитесь собственными мыслями. В продолжении нашей темы возвращаемся, да, вот сейчас заговорили мы как раз до рекламы, о ближайшей страшилке, или о активации ближайшей страшилки. В феврале последняя вот эта история, которую в прошлом году мы с вами пристально смотрели, опять на первый план выходит потолок госдолга пресловутый. Сереж. Ну, мне кажется, что все-таки законодатели научились эту проблему решать. Да? Гораздо быстрее теперь уже, да? Да, получив, в общем-то, шатдаун правительства в октябре. Вот, так что, наверное, и в какой-то мере иммунитет у инвесторов выработался к этой проблеме. Было получено наверняка по неофициальным каналам очень много упреков в адрес администрации США со стороны того же Китая, например. Вот, так что я бы сейчас, наверное, не акцентировал на этом внимание. Думаю, что они решат этот вопрос. Понятно, Саша. Ну, я согласен полностью. Более того, все-таки Америка привыкла жить в долг и будет жить так дальше. Это связано просто с той моделью, как она живет, именно моделью жизни. Мы должны посмотреть на те же военные расходы. Вот вышли цифры за 2013 год. Штат, конечно, на первом месте с большим отрывом. Но мы тоже подбираемся уже. Ну, мы вышли на третье место. Понятно, что Япония или Франция имеет цифры, близкие к нам, но тут, во-первых, специфика. Мы учитываем военные пенсии, и все страны это делают. Мы тратим существенную часть военных расходов на стратегические ядерные силы, которые, в общем... Не у всех еще и есть просто. Да, в таком количестве. Плюс мы будем дальше наращивать. У нас к 2016 году будет порядка 100 миллиардов долларов военный бюджет. И надо прекрасно понимать, что да, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, но все-таки есть несколько чисто экономических моментов. Ну, во-первых, во всем мире военно-промышленный комплекс — это инновация основная. У нас, к сожалению, вот некоторые личности в правительстве путают инновации и айфоны, да, и вот злые языки, которые работают в международных финансовых компаниях, говорят, что этим людям недолго осталось, вот Олимпиада как раз и все. А работать только, да, недолго работать. Работать, да, недолго осталось. Соответственно, опять-таки, советская экономика была очень завязана на военно-промышленный комплекс. Частично это осталось и в России. Ну и плюс военные заказы — это рабочие места, налоги и экспорт. Россия второе место держит по объему экспорта. Точной цифры нету, там, ну, расходятся, но где-то за этот год будет 17-18 миллиардов долларов. Я понимаю, что это не 160, как выручка Роснефти, но все же. И все-таки, когда сравниваю со Штатами, не совсем корректно. Штаты — это основная страна НАТО. Поэтому многие страны НАТО обязаны покупать у Америки оружие. Добровольно, принудительно. Это обязательство по НАТО. Их никто не спрашивает, как Варшавский договор. Будешь ты покупать или не будешь? Ну и плюс, опять-таки, мы своими военными заказами загружаем заводы наших союзников, прежде всего Беларусь, частично Казахстан. С Украиной, я не знаю, контракты есть, с Востоком, что там будет, сказать достаточно сложно. Понятно. То есть с этой точки зрения все-таки позитивно, да, то, о чем мы сейчас говорим? Да, я считаю, что наращивание военных расходов — это очень хорошо. Это очень хорошо. Сереж, твое мнение по этому поводу? Ну, меня, собственно, порадовала вот эта цифра, да, я ее тоже где-то на днях слышал. Порядка по поводу третьего места? Или порядка 18 миллиардов выручка экспорта оружия. Я просто
Сейчас не скажу точно, но несколько лет назад, мне кажется, цифры были порядка 5-6 миллиардов. Да, абсолютно верно. Ну, то есть динамика такая очевидная. Да, динамика очевидная, и мы, может быть, потеряли в свое время позиции на этом рынке, я имею в виду там 90-е годы. Постсоветские. Да, постсоветские времена. Но сейчас возвращаем. Мне также нравится, что всякие популярные программы появляются, которые рассказывают о нашем вооружении, потому что... О людях, которые делают да. его. Опять о пиаре, да? Возвращаемся к пиаре на любом уровне. Да, потому грамотно... что если мы посмотрим передачи на каком-нибудь Discovery, канале, какой-нибудь рейтинг вооружения, то мы всегда увидим, что на первом месте всегда американское оружие. И причем как это подается, да? Пацаны молодые, сын у меня, да, школьник, он вот рот открывает и вот так с восторгом смотрит. Почему бы не смотреть с восторгом на российскую продукцию? Сереж, спасибо. Я прерву тебя. У нас есть звонок, давай пообщаемся. Елизавета на связи с нами. Да, добрый день. Говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Ну, во-первых, сразу хочу сказать большое спасибо ведущему за передачу от 23 декабря с главой департамента Саксобанка. Спасибо. Исключительная передача. Спасибо, Лиза. Такие четкие поставленные вопросы, такие же ответы. Ну, они англичане, они не любят размытых вопросов. Им надо, потому что переводчик... Просто исключительная передача была. Да, все, спасибо. Теперь, значит, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста... Можно ли в 2014 году заработать частному инвестору через управляющую компанию? И как лучше? На развитых или на развивающихся рынках? На развитых рынках, вот конкретно акции или долговые бумаги? И на развивающих то же самое, акции или долговые бумаги? Вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо, Елизавета. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Саш. Ну, через управляющую компанию я не до конца понял, что имеется в виду, потому что у нас УК это обычно пифы, да? Но можно ли заработать? А вы знаете, я бы немножечко так... Подожди, у нас управляющие компании исключительно паевые фонды, разве? Ну, они... ДУ. Доверительное управление. Да, да. Ну, может быть, об этом шла речь. Вообще, как бы обычно пифы, обычно, не все, показывают динамику хуже рынка. Если вы хотите пиф... Это долгосрочно. Не только индексный. Посмотрите, если он там идет как индекс, значит все нормально. Вы покупаете рынок в целом. Мне кажется, все-таки, учитывая, что Америка хорошо росла в прошлом году и сворачивание QE, я бы выбрал то, что вот называется во всем финансовом мире структурированный продукт. То есть это фикс инком какой-то и на небольшую часть, там на 5% вложений, опцион на какой-то рисковый актив, какой-то там банк Греции, условно говоря. То есть сильно рисковый в данном случае. Да, да. То есть берем негативный вариант. Ваш опцион превращается в ноль. В этом случае за счет процента по фикст инкому вы назад получите деньги. Но если эта штука подорожает... Подорожает. Да, вот я помню, первый раз в России это стало популярно весной 2005 года, когда «Газпром» стоил 80 рублей, опционы как раз на «Газпром» с фикст инкомом. Мы помним, что уже... Весной 2006 года «Газпром» стоил $13, а там не 2,5-3. Соответственно, люди, которые вот купили эти продукты, заработали. Такие активы, в принципе, есть на многих рынках, и Корея, там, и Греция как раз что-нибудь такое берут. Достаточно просто сходить на сайт финансовой компании, в том числе нашей, и выбрать там, что вам интересно, пообщаться с селзами уже в зависимости от вашей склонности к риску, может быть, вкусом каким-то просто. Ну, то есть говорим о том, что возможность такая есть, и я бы сделал рекомендовал ставку на структурный продукт, да? Я понял тебя. Сереж. Ну, и я считаю, что, наверное, через управляющую компанию, именно пользуясь услугой доверительного управления или каких-то пифов, в этом году вряд ли удастся хорошо заработать. Опять же, вот... Как Александр сказал, американский рынок очень сильно вырос, и ждать такого же продолжения не только от всего рынка, а даже от конкретных секторов. Американский. Да, как-то не приходится. Но он коррекцию вроде бы какую-то соответственно, намекает. Соответственно, опять же, Александр сказал, что он бы не ставил в России на весь рынок, а именно занимался бы выборкой каких-то отдельных историй. То же самое рекомендуют сейчас многие инвесторы в США делать выборку между компаниями. Даже не между секторами, а между отдельными историями компаний. Вот. И в этом плане схема доверительного управления не подходит. Как правило, управляющая компания старается облегчить себе задачу, выбрать какой-то конкретный сектор или индекс.
Вот, так что слишком витиевато для управления. Видите, индекс упал, какие к нам претензии. Да. То есть я бы вот на это не ставил. А по отношению с облигациями тоже я не думаю, что облигации будут вести себя лучше, чем акции в этом году. Может быть, они не покажут отрицательной динамики, как это было в прошлом году, но рынок акций все равно сейчас более привлекателен, и доказательством тому статистические данные по перетоку средств инвесторов из бондовых фондов в фонды акций. Ну, может быть, с точки зрения диверсификации, может быть, да, что не все складывать, допустим, в рисковый актив, а каким-то образом, может, да, еще бондами. Ну, здесь, опять же, тайминг будет иметь большое внимание. Нужно, да, время, когда вы покупаете. Если вы дождетесь увеличения доходности трежери с 10-летних до 3, то эту покупку можно будет назвать привлекательной. Да. А сейчас, допустим, бундесы с доходностью 1,54. Ну, зачем они нужны? Около 6-месячных минимумов находятся. Я понял. Кстати, Саш, твое мнение, если американские все-таки рынки говорить, там и выбор есть побольше, чтобы из отраслей, да, если смотреть на отдельные группы все-таки компаний, чтобы ты сейчас выбрал, что будет более привлекательно? Ну, на самом деле, то, что вот мы говорили, что не факт, что Америка будет расти дальше, я бы смотрел просто на дивидендные бумаги. И там тоже? Там же 50-70% чистой прибыли в стабильных секторах, там нефтянка, инфраструктура идет на дивиденды. У нас, конечно, даже наш там фаворит Роснефть, это 25% только. Сегодня. Только ТНК BP платила даже больше. Поэтому я бы смотрел на дивидендные бумаги, по-любому вы получите и поддержку курсу, и денежный поток. Если говорить, чтобы я не купил, ну вот как Баффет говорил, что я не понимаю, то я не покупаю. Я не понимаю, как может Facebook торговаться по этим мультипликаторам. Именно этот вопрос я хотел задать. Не хочу я это все вот покупать. То есть Facebook очень... Вот 10 лет Facebook было, да? Да, мы праздновали широко. Действительно блестящая социальная сеть для делового общения. Но почему доллар, который приносит Facebook, лучше, чем доллар, который приносит нефтянка Exxon? Или там Лукойла? Поэтому я считаю, что деньги не пахнут, они одинаковы, неважно, чем ты занимаешься. Подожди, лучше, не лучше, конечно, я с тобой согласен, но с другой стороны, ожидания инвесторов. Мода, вот, это не ожидание, это мода. Это мода. Facebook — это круто, и мне это напоминает... Хотя непонятно, в чем крутизна. Да, мне это напоминает анекдот 90-х годов, когда, ну, тогда были анекдоты про новых русских, встречаются два новых русских. Тот показывает ремень от костюма, говорит, я его только что за 10 тысяч долларов купил. Другой говорит, ну и дурак, я вот сейчас за углом за 20 тысяч купил. Такой же. Да. Такой же. Ну вот это мода. Я круче, да, конечно. Да, хочу добавить, извините, сегодня как раз после окончания торговой сессии в Штатах Twitter будет отчитываться. Вот. Как интересно посмотреть, что будет. Да, забавно. Так, хорошо. Ну и у нас две минуточки, к сожалению, осталось. Разговаривали бы, да? Две минуточки остались. Давайте подведем итоги и опять вернемся на ситуацию с отечественной валютой. Собственно, все, что происходит, мы уже определили с вами как результат высокой волатильности, да, спекулянты ли виноваты, внешние факторы ли виноваты и еще кто-то, в общем, в поисках виновных мы не будем продолжать. А давайте поговорим о более долгосрочной тенденции, да, после этого отката или коррекции, как принято говорить, рубль все-таки продолжит ослабление, Сереж, как ты думаешь? Да, я думаю, продолжит. Будет еще, наверное, одна, как минимум, волна на его ослабление. То есть это просто по канонам там, технического анализа, да, всегда должна быть вторая попытка прощупать верхи или низы в данном случае, если мы про рубль говорим. И вообще узнать, как там дела, как там ЦБ себя поведет, что-то может быть провокационное здесь может быть со стороны рынка. Вот. Но для меня ориентиром служило раньше, и сейчас служит вот отметка по корзине где-то 41.50. Мы ее практически потрогали в этот раз. По курсу рубль-доллар я бы, наверное, не ожидал выше 36. Но попытка сходить туда снова, мне кажется, будет в течение февраля. Я понял. Саша. Я полностью согласен с коллегой. Я также хотел бы сказать, у нас экономический рост хуже, чем ждали. Но правительство за экономический рост отвечает формально. Это цифра в прессе или на компьютере. А вот бюджет — это конкретно. Соответственно, мы будем иметь и имеем уникальную ситуацию. Дорогая нефть, дешевый рубль. Бюджет сошелся. Почему бы этим не воспользоваться? А все остальное — это как бы уже финансовое творчество. Согласен. Спасибо огромное, друзья мои. Отвели душу. Говорили в сухом остатке сегодня о ситуации на финансовых рынках. Сергей Кавжаров и Александр Разуваев были у меня в гостях. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. И вам, уважаемые слушатели, я тоже говорю спасибо. Спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов на рынке.